Вон, а знаешь, куда? Это Катя у нас, дрессировщик лягушек. Молодец. Да. Смотри, куда плывет. Ты трап подай, чтобы она залезла. Вот. Агариса. Здесь. Титаник. Отплываем от берега. Вперед. А это Ди Каприо там сидит. Где? Да, на Титанике. Да. Леонардо. Ди Каприо. Ту-ту. Есть, опа. Это диверсант, значит. Он пошел за подводной лодкой. Сообщать. Подводную лодку, чтобы Титанику... Ди Каприо свалил. А та сидит. Да, там еще сидит, да? Да, вот. Ну-ка. Ну, не знаю, договорились уже. Ну, он сделал на конце в воду. На помощь иди к ней. Она тонет ведь? Ну-ка, тонет, тонет. Эх, давай Титаник сюда. Давай сюда. Мост. Катюк, ну ты, наверное, у нас будешь дрессировщица лягушек, да, Катюш? Котейк. А, Котейк? Там нырнула. Ой, и это нырнула. Интересно, мне свет сказал, рыбы нет. Эх, какой я. Ну ладно, хватит снимать одну и ту. Сейчас, маленько. А вот. Ты с ней разговаривай. Ха, ничего интересного. Но мы сегодня будем смотреть «Парящий с кино». Смотреть и будем удивляться всему нашему миру. Сегодня мы смотрим не только мы, а сейчас. Давай, папочка. Мам, читай. Нет, оба стоят на друг другу говорят. Давай ты. Пап, давай. Считай, Катя, громко считай. Было же у нас здесь крокодилов водят с Катей. Да. Зачем этот крокодилов? Давай. Раз, два, три. Ух, вот. Крокодилов я поймала. Ух. Покажи крокодила. Ой! Да давай живее, резво, раз и все. Хрена себе, резво. Вода, котлет. Теплое, кричали оба. Теплое, ладно. Нет, вы говорите, бачки налили 4 недели назад. А, в принципе, да, что у нас здесь тёмство. Да, еще хватит. Ну, Катюнь, погоди, сейчас я поснимаю. Ну давай, папа. Видишь, аллигаторы плавают. Могут и цены крейсы, куда ты лезешь? Это Титаник, вот большой Титаник. Да, Кать? А кто это, мама, аллигаторы? Аллигаторы – это огромные крокодилы. А ты разве не знаешь, что у нас в бассейне водится? Вон по уголочку, конечно. Это
рыба кит, кит, на, так делай. Папа купил аллигатор. Не надо, я, а то сейчас вот собрал связи. Ну что, как здесь быть-то? Ну как? Всю жизнь не спит. Ну какие, блин, лобки, как шмут. А то вы подумаете... Приседай! Долго в воде нахожусь, а я... Ну давай, пап, приседай! Бабушка! Бабушка, надень на его голову высочок. Что ты будешь делать, я никак не решит. Со ступеньки, на ступеньку встань с нее. Со ступеньки точно можно взобьет. Где тебе проходит? Ну ладно. Не поминайте лихом. Кайф, да? Я еще поплаваю. Саша, не купайся. Да не, вода ничего, нормальная. Нормально. Ох. О, вода теплая. Двигайся. Чего, два аллигатора? И мы два аллигатора. Опа! Эй, морская лодка! Акулы? Нет, да ну я не полезу, мне холодно. Это? Она не холодная вообще. Вы долго-то не находитесь там, с непривычки еще простынете. Да вода теплая. А мы уже привыкли. Батюшки, лежат. Лежат. Вода градусов 18, скажем, вот так вот. Да? Ну это нормально. Папка, акула. Саша, оттирайся полотенце. Дай гляну. Акула? А, пишет. Ну, да. На солнышко, по крайней мере, встань на солнце, там и ногам теплее, вон, на солнце. На солнышко, конечно, встать, позагорайте после этого. Папа у нас купается. Я, видишь, аллигатора собрала. Никак? Куда? Никак не вылазит. Лезь, ты папа. А, чё я? И ты, дядя, лезь. Ну, давай, ты открывай, туда. Да я просто за... Помочу. Нет, теплая вода. Свет не надо. Нет, мне не надо. Света не надо. А что выбирали? Не надо, света не надо. Сачком. А, моим сачком? Да. Вот мы ее майку надевали. Свет не лазит, Свет. Вылази. Вылази. Олег, не надо так делать. Олег, не надо. Вот и коврик пригодился. Мама. Ты пригодился? Коврик. Пап. Какой коврик? Коврик. Коврик. Пусть я... Новый год